Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Лия Клюйкова скончалась на 91-м году, посвятив свою жизнь увлечению мотоциклами. Мотоклуб «Ночные валькирии» сообщил в своем инстаграм-аккаунте о смерти старейшей байкерши в России. 90-летняя Клюйкова руководила Российским советом ветеранов мототуризма и лично участвовала в значимых событиях байкерской жизни. Лию Яковлевну пообещали запомнить как позитивную, красивую и активную женщину, ставшую наглядным примером жизнелюбия и стойкости. Ее любимому занятию почтенный возраст не стал помехой, до последнего была в седле мотоцикла. Клюйкову похоронили в Нижнем Новгороде во вторник, 26 октября 2021 года. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.